Летом 1736 года из Якутска по реке Лена вышел бот «Иркутск». Это был отряд Великой Северной экспедиции. Бот должен был пройти к берегам Чукотки. Командовал отрядом морской офицер. Они прошли в Восточно-Сибирское море через неизвестный до этого пролив. Позже его назвали именем командира экспедиции. Иркутск пришел в устье реки Индигирка. Но наступившие морозы зажали корабль в ледяном плену. Только следующим летом исследователям удалось выбраться. Офицер привел судно в устье Колымы. Дальше не давали пройти северные льды. Экспедицию продолжили на собачьих упряжках. Так была составлена карта Чукотского полуострова. Как звали офицера, который командовал этим отрядом? Дмитрий Лаптев.